концертном зале городского дома культуры был настоящий аншлаг. В преддверии женского дня все поздравления звучали в адрес девочек, девушек, мам и бабушек. И, несомненно, этот праздник для них один из самых любимых. 8 марта нравится тем, что женский день, чувствуешь себя женщиной. Единственный день, когда можно отдохнуть. Когда все бросил, все домашние дела, и пошел на концерт. Той радостью, теми цветами, тем днем, который он нас радует, весной приходящие, улыбки и поздравления мужчин. С поздравлениями к прекрасным дамам обратился глава района Анатолий Разумеев. Его выступление стало по-настоящему приятным сюрпризом для всех присутствовавших. Вы являетесь образцом и примером для каждого из нас. Я сегодня хочу вам пожелать мира, хочу пожелать радости, здоровья, улыбок, всего самого только доброго. Всем девчонкам, которые присутствуют в этом зале, хочу пожелать, берите пример со своих мам. Они у нас самые лучшие, самые прекрасные. Женщины каждый день должны слышать комплименты в свой адрес, подчеркнул глава. Но в этот день особенно. Их нужно осыпать цветами и подарками. Отдельно Анатолий Владимирович поздравил своих самых близких женщин – жену и маму. Но самый главный подарок был впереди. На праздничный концерт приехал особенный гость – певец и музыкант, финалист конкурса «Народный артист» Алексей Чумаков. Артист присоединился к сказанным поздравлениям. Прозвучали самые популярные, самые любимые песни, каждая из которых посвящена женщинам. Рузанна Ефремян, Дмитрий Пухальский, программа «События».